им всегда есть что друг другу доказывать. И им всегда очень хочется побеждать. Побеждает значительно чаще Барселона. Но периодически «Эспаньол» дает настоящий бой. Сражается, кусается. Идти обыгрывать. Нет, не решился. Играет поперек поля. Касание Хави, Дани Алвес. И по штрафную Неймар. Что? Что судья? Судья ставит. Ставит пенальти. Ставит на точку. Желтая нарушителю. Это Хави Лопес. Он не понимает. Он недоумевает. Он готов сойти с ума. Так же, как и поклонники «Эспаньола». Только стоило Неймару руки развести в стороны, как арбитр показал, что это нарушение, что это пенальти. Игра рукой. Да, рука высоковата. Ай, знаете, я бы не поставил точку, потому что мне кажется, от руки Неймара мяч попадает в руку защитника. И раз так, этот момент будет горячо обсуждаться. Короткий разбег и удар с волшебной левой. Внимание! Удар! Мяч в воротах! В каталонском дерби «Эспаньол-Барселона» счет открыт на 77-й минуте. Лионель Месси реализовал 11-метровый удар, который заработал. Правда, сразу же возникает вопрос, заработал ли Неймар. Судья посчитал, что Хави Лопес нарушил правила. А у нас возникает вопрос, не нарушил ли правила Неймар. Садован. Ну, а Месси на паузе. Здорово. Выполняет этот пенальти. Разводит мяч и вратаря по разным углам. 1-0. Точнее, 0-1. Учитывая, что Барселона играет в гостях. Очень важный гол. Очень. Такой трудный и статусный игры. И у нас третья замена. Но я думаю, сейчас Кордоба выйдет. Неймар отдыхает. Здесь видно хуже. Здесь непонятно, чем мяча коснулся Неймар. Но вот на предыдущем... И момент для того, чтобы... Да, это, наверное, удаление. Это удаление голкипера, да, красный. Красное, ну, здесь мы не вправе что-либо возражать рефери. Сейчас кто-то из полевых игроков, и посмотрите, последние минут 10 будет защищать ворота своей команды. Попал мяч в руки-то или в грудь? Да нет, нет, в руки. Это красный. Это штрафной и красный. Да, кто встанет в ворота у «Эспаньола»? Вот в связи с этим удалением, в связи с тем, что концовка матча столь драматически складывается для хозяев, и вместо вороток сейчас займет полевой игрок. Да молодцы болельщики «Эспаньола», молодцы. Поддерживают свою команду. А кто отвечает? Лопес. Так, внимание, внимание, Месси сейчас будет, судя по всему, бить. Удар! Рядом со штангой пролетает мяч. Счет не становится 2-0. Точнее, 0-2. Как открылся? Замечательно под эту передачу, под эту классную передачу Лионель Месси. Но, может быть, все-таки не стоило выскакивать голкиперу. Вы видели, где находились защитники? Может быть,